Вопрос следующий. Вопрос такой. В воле судеб мне достался человек, которого я очень люблю, и как бы взаимно. Классно. Люблю, классно. Да. Вот. Но возникает ситуация, сегодня вы затрагивали эту тему, что женщина всегда обвиняет мужчину, во всем, неважно. Ну, а женщина нормально. И вот, например, в ситуации, когда какие-то проблемы со здоровьем, и происходит обвинение в мой адрес, я даю слабину, и у меня возникает вспышка, о которых я пожалею себя, господи, естественно, прошу прощения, но смысл такой, как тренировать терпимость. Вот у меня навык, этот вопрос про терпимость. Да, я вам отвечу очень легко. Вот если вы поймете глубже женскую природу и поймете, что женщина вас обвиняет не потому, что она считает вас виноватым, а потому, что ей плохо. Вот ей плохо, и больше вокруг никого нет, кроме вас. Ну кого еще обвинять? Вот если кто-то хотя бы был, она, может быть, его обвинила. Ну никого же нет, понимаете? Есть только один вы человек, которого можно обвинить. И это обвинение не означает, что она вас считает виноватым. Она просто так жалуется в виде обвинения. Такой способ жаловаться, понимаете? Вопрос постигается таким образом, когда вы понимаете, что она просто женщина и не может этого не делать. Тогда вы легко к этому относитесь и переводите даже это в шутку. Вот когда самый лучший способ реагировать на женскую несправедливость – это шутка. Я так делаю со своей женой. Если она что-то сделала несправедливо, я сначала понимаю, пытаюсь понять, что это женщина, поэтому вот так. А потом, когда я ее встречаю, когда все успокоилось, я передразниваю ее, вот так вот делаю, она прямо падает на пол и смеется. Хохочет сильно. Ну, то есть я показываю ей, как вот она, я показываю, как она делает. Ну, искренне очень. Допустим, ты виноват в моей простуде. Допустим, да, я перетерпел, все. Потом, понял, что женщине плохо, ей нужна помощь. Не то, что она вот меня считает виноватым, а просто вот ей плохо. А потом, когда все успокаивается, я ее встречаю, улыбаюсь и говорю: ты виноват в моей простуде ей. Она просто падает на пол. И так смешно это видеть. Да, женщина, классный способ. Это значит, что все игра для меня. То есть я не воспринимаю серьезно эти все вещи. Не воспринимать серьезно.